что, друзья, всем привет! Я вас приветствую в новом отеле «Эмирант», который открылся на Мальдивах осенью 2022 года. Сейчас мы находимся здесь. Сегодня у нас май 2023, то есть отель работает примерно полгода. Я хочу сказать, что лично я обожаю концепцию таких отелей. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что у каждого острова реально есть своя энергия. И тут, когда только мы зашли на остров, я сразу поняла, что мне здесь нравится. Необъяснимо, но факт это понятно часто с одного взгляда, единственное, что потом иногда сравнение может поменяться. Так вот, мне очень нравится то, что это маленький бутик-отель. Есть «Эмиральд», который открыт уже достаточно давно, и он в 3 раза больше, чем этот. У них одна концепция по питанию, по проживанию гостей, но разная концепция по тому, какое получается пространство, сколько гостей вокруг, да, и насколько, опять же, уединение. Например, здесь всего 80 мил примерно, и примерно 50 на 50 соотношение водных и пляж. Скорее всего, уже на третий день вы будете знать всех ваших соседей, постояльцев и примерно здороваться, да? Вот это мне очень нравится. Везде хватает уединения, мы живем на отдыхе вилле, вы также увидите, да, и там у нас очень приватная вилла. Но я отмечу, что, кстати, не все виллы приватные, даже водные, и не все будут иметь такой вид горизонта, где вам ничего не мешает. Об этом мы уже в тонкости поговорим с вами позднее. Так вот, у нас есть бассейн основной, здесь же проходит живая музыка, очень красиво. 5 ресторанов, которые работают для гостей в системе «Сиквичина», несколько баров, большой выбор вин, шампанского, элитного алкоголя, большой выбор фруктов для тех, кто любит фрукты, хорошее очень обслуживание, хороший сервис, очень хороший шведский стол. Прям шведский стол, на обед, например, там были сашими. Там был большой выбор вегетарианской еды, даже для тех, кто не ест, очень вкусно приготовленные овощи. Не очень много вот этой всей истории, когда всякие соусом перекрывают, тут такого нет. В основном еда более натуральная, да, если можно так сказать. То есть она не перекрывается соусом, то, что я говорю. Что еще? В процессе буду еще что-то дополнять. По видео. Прекрасный спа, который очень отличается от многих спа на Мальдивах тем, что он не над водным, а он находится в глубине острова и похож больше на Бали, на Бубуде. Как будто вы оказываетесь в Бубуде, очень много пространства, красивый, тихий, релакс. Классный детский клуб, яркий, с бассейном, с детской площадкой. Работает он так, чтобы родители... В обед, в общем, примерно с часа до 5 у него перерыв, а в остальное время он работает утром и вечером, чтобы родители могли спокойно поужинать, позавтракать, а днем, наверное, планируется, что они будут детей отбирать на виллу, и поэтому детский клуб закрывается. Вот, поэтому для тех, кто хочет, кому важна качественная вилла, кто любит проводить время, чтобы его окружали большие пространства на вилле, кто хочет спокойного отдыха, красивого моря, нового отеля, отличной еды, кто хочет ходить в спа, кто реально устал, я очень рекомендую. Тут, конечно, нету каких-то особо активностей, тусовок, это больше как классические Мальдивы, но все же свежая интерпретация, в том числе шеф-повара с очень интересным видением кухни. Поэтому, мне кажется, как подойдет и тем, кто впервые едет, но кто сразу будет качественно и хорошо. И тем, кто уже много где был на Мальдивах, тут, конечно, с вами надо разговаривать, что вам понравилось, что нет и так далее, что хотите. Но вполне хорошая альтернатива. Кстати, день назад мы были в отеле, тоже который работает на все включено, и то есть сорили многие как мальдивской турции, в плане, что очень все включено. Ну, они по концепции немножко похожи по питанию. И я вам скажу, что вот, например, в том отеле, мы пока не будем говорить его название, при похожей концепции совсем другой уровень шведского стола, уровень сервировки, уровень сервиса. Поэтому вот о чем я говорю, что тут надо смотреть на ваш опыт и бэкграунд. Ну а сейчас смотрим дальше, я вам все покажу на острове. Ну что, давайте я вам покажу остров с самого начала. Именно так он выглядит, когда мы с вами приземляемся на нашем гидросамолете. Все так заулыбались. Так как на острове все расположено очень компактно, я сразу приглашаю вас посмотреть на завтрак. Какой же здесь шведский стол в Новом Эмиральде? Стол для вегетарианцев и для тех, у кого непереносимость глютена и всякие специальные диеты, да, кому требуется, тут это все есть.
бобы, овощи. А вот здесь, кстати, сашими. Соусы. Еще овощи. А, вот сыры. Итак, добро пожаловать на нашу водную виллу. Здесь вас встречает сразу же аромалампа. Вообще таких деталей очень много. Сейчас вы их увидите. Все как и должно быть. Даже дождевики есть, представляете? Даже дождевики. Отмечу, что с нашей категории водных вилл была очень хорошая глубина в море. И также очень хорошая лестница, не травмоопасная, по которой можно спуститься. Это такие важные мелочи, которые делают ваш отдых более комфортным. Прекрасная косметика в номерах, чистые просторные ванные комнаты. Все для того, чтобы получить истинное удовольствие, наслаждение и расслабиться. Просто водная гладь, да. Обратите внимание, что велосипеды даже с детским сиденьем дают в отелях. Кстати, здесь же с ярким детским клубом рядом находится фитнес. Он работает 24 часа, очень современный, просторный. На пляжных виллах отеля вид на волнорезы, да, на многих. Обратите на это внимание, зато для детей очень комфортно. Сейчас вы видите главную комнату виллы, и дальше я вам покажу вторую комнату, если у нас бронируется фэмили, семейная вилла из двух комнат. Вас я узнала. Выход из детской комнаты получается также на пляж. Лично мне очень понравилась зона у основного бассейна, да, с лежаками для гостей водных вилл. Кто хочет полежать на пляже, очень прекрасная атмосфера. Рядом музыка, рядом бар. При этом музыка не громкая, да, стоит сказать, а именно такая, какая должна быть в релакс-отелях. Очень красиво везде цвета, красивые материалы, яркие акценты расставлены. Прям вот всего достаточно, без визуального шума. Велосипеды даются гостям бесплатно.
Спа-отель – это еще одна визитная карточка острова. Как я рассказывала, это не Мальдивы типичные, когда у нас спа с вами над водой, а это самый настоящий Бали, когда мы с вами очутимся в центре острова, как будто бы в джунглях. Часто на закате солнца именно здесь, у главного бассейна, коктейльные вечеринки организовывают, приходит руководство знакомиться, играют музыкальные группы. Конечно, в Эмеральд вы можете устроить и романтическое путешествие. Также для молодоженов отель готовит всегда комплименты. Мне особенно понравились дорожки и уютная зелень этого острова. Посмотрите, как приятно тут передвигаться. Эмеральд Фаарфуша – это прекрасное место для пляжного красивого отдыха. Прекрасный отель, рабочий по системе, все включено. 5 ресторанов с очень вкусной кухней, 2 бара с авторскими коктейлями, импортным алкоголем, хорошая винная карта, большая детская зона. Отличное место для отдыха и уединения. Есть риф, есть шикарный сервис. Если вы ищете именно небольшой остров, уютный и зеленый, обратите внимание на новый Эмеральд. Я его однозначно рекомендую. С вами была Мария Блинова, эксперт по красивому отдыху. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик и подписываться. Кстати, по QR-коду на вашем экране вы можете найти меня в Instagram. Я желаю вам прекрасных путешествий, конечно же, с нами!